Всех приветствую, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить об игре, которая называется Bananas Go Bahamas. Она представляет себе игру на игровом автомате. Как видите, игра полностью на русском языке, тут все в принципе понятно, но давайте все равно объясню. А наш игровой автомат имеет 5 барабанов и 9 линий, по которым мы сможем выиграть различные игровые монеты, виртуальные. А давайте перейдем к различным менюшкам. Вот с правой стороны показано слово «выигрыш» написано, да, это сколько мы с вами выиграли. С левой стороны общая ставка. Также с правой стороны максимальная ставка, вращать и меню. Давайте зайдем в меню. Здесь мы можем ставить нашу ставку и выставлять количество линий. Чем больше линий мы с вами поставим, тем больше шансов у нас выиграть. Давайте попробуем что-нибудь выиграть. Так, давайте поставлю ставку 10. Ну, давайте 5. Нажимаем ОК и начинаем вращать. О, отлично, у меня получилось. Как только у нас удачно что-то совпало, мы можем удвоить наш выигрыш. Для этого мы должны нажать слово «удвоить». Нажимаем. И теперь для того, чтобы удвоить, нам нужно угадать, какая это карта, красная или черная. Нажимаем на черную. К сожалению, я не угадал. Если я бы угадал, мне бы опять предложили бы удвоить. И так до бесконечности. Ну, имейте в виду, что вы можете, как и я, проиграть. Помимо этого, мы сможем с вами настроить так, чтобы игра за нас сама играла. Вот различные параметры. Нажимаем старт, и игра сама за нас играет, и мы, в принципе, ничего не делаем. Просто наслаждаемся самой игрой. Прикольная, интересная игра. Красочная, достаточно прикольное звуковое сопровождение. И, думаю, понравится всем тем, кто раньше играл в игровые автоматы. Сейчас они достаточно во многих городах запрещены. А тут, видите, есть шанс расслабиться и насладиться. Так сказать, после работы перейти и отдохнуть. Вот о такой интересной игре я сегодня хотел вам рассказать. А с вами был Android Androidыч. Всем пока.